Глядя на то, с каким старанием эти юные танцовщицы оттачивают па, с какой виртуозностью и легкостью принимают разнообразные хореографические позиции, начинаешь понимать слова «движение никогда не лжет». В каждом элементе, в каждом жесте просматривается самое главное – искренняя любовь к выбранному делу. Уже не один год эти изящные хрупкие красавицы тренируются в танцевальной студии «My Baby». Вступив на путь хореографии и танца еще в 4 года, они остаются верными своему выбору. Занимаюсь это примерно с 5 лет, а может чуть раньше и уже. Очень нравится, красиво танцуем и очень красивые постановки ставят. Делаем разминку, танцуем, готовимся к новым концертам. Может, в будущем еще когда-нибудь поедем на фестивале. Несмотря на столь юный возраст, за спиной у этих юных звездочек не одна покоренная вершина. Танцевальные форумы в Болгарии, Чехии и, конечно же, родной Беларуси. Как говорят, дома и стены помогают. Наверное, именно это во многом и определило последнюю творческую победу. Воспитанники танцевальной студии «My Baby» стали обладателями 5 призовых мест на фестивале-конкурсе «Рождественские звезды», который принимал город над Бугом. Среди своих коллег из других регионов страны, а также из Украины, наши девочки оказались лучшими, пополнив и без того большую копилку 3 золотыми и 2 серебряными наградами. «Рождественские звезды» – фестиваль международный, музыкальное шоу, где мы заняли 3 первых места, 2 вторых. Поэтому замечательный конкурс, уровень высочайший. Поэтому детки очень довольны. Котики, рождественские ангелы, капитошка, мамба по-русски, реченька. Именно эти хореографические номера принесли нашим талантам заслуженную победу. К слову, это лишь часть творческого репертуара. В большом танцевальном багаже есть еще много сюрпризов, которые могли бы приятно удивить не только брестского зрителя. Сегодня работа над собственными постановками в самом разгаре. Девочки готовятся к нескольким международным форумам, которые их ожидают уже совсем скоро. И нет сомнения в том, что и эти вершины будут без труда взяты талантливыми брестчанками. Хотелось бы пожелать нашим одаренным талантливым воспитанникам, чтобы победы нашей танцевальной студии росли вместе с нашими талантливыми воспитанниками. Итак, до новых встреч! Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрусь, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».